Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. В общем, подарили мне вот такую штукенцию. Вот такая вот рамка вареная из металла четверки. Вот это вот тоже металл четверка в виде швеллера. Вот. Здесь какие-то уши для крепления. Там уголки. Все это варено. В общем, готовая рама для мини-трактора классического варианта. В общем, наверное, я себе сделаю более компактный, более маленький, более легкий тракторок, потому что вот этот уже имеет вес, наверное, 500 кг, это точно. Вот, и ну и соответственно, у меня еще нету, как говорится, классики. Надо сделать его юрким, поворотливым, чтобы пролазил в любую щель. Так, мост есть, резина Луаз. Резина Луаз есть, вот такая зубастая. В общем, буду его обрезать по размеру вот этой рамы. Значит, шириной она 42 сантиметра, длиной 1,80 м. Ну, мне такая длина не нужна. Я уже когда все это расположу, размещу, лишнее обрежу. Скорее всего, то пойдет назад. Эта сторона очень удобно расположить здесь и приварить навеску. Они уже готовая конструкция. Вот здесь вот обрежу, так чтобы ближе к мосту это все дело подвести, чтобы у колеса не упирались. Ну а там видно будет. Так, что у меня? Двигатель есть, на котором я 4 года откатался. Там он у меня стоял, пока я не заменил. Коробка есть, сиденья есть, рулевые есть. Все есть, абсолютно все. Только бери и собирай это все дело до кучи. Самое сложное это будет, наверное, нарезать шлицы для меня, по крайней мере. Ну, минут по 40 на полуось, я думаю, нормально. Достаточно будет. Вот и все. Сейчас я его расположу так, хотя бы визуально посмотреть, представить, как это все дело будет выглядеть. И, наверное, начну собирать. В принципе, опыт уже есть у меня, маломальский. По сборке техники такой, вот такого рода, да, представление имею. Вот. Поэтому пишите в комментариях, показывать вам подробные обзоры, либо просто поверхностно, что было сделано и как это работает. Либо показывать подробно, где пилилось, как резалось, как нарезалось, как располагалось, как подмерялось, как примечалось, что может так надо, а может просто так в течение 5 минут показать и сказать до свидания. В общем, решайте, пишите. Расположил я, значит, все эти узлы, агрегаты. Примерно это будет выглядеть вот таким вот образом. Замерил я расстояние вот от края колеса до края колеса 1,30 м всего лишь. По осям я еще не знаю, это будет известно в дальнейшем. И здесь я уже померил, вот от края до края должно получиться 75 сантиметров. То есть в любую калитку стандартную, да, 80 сантиметров, он будет со свистом пролетать. Коробка опустится ниже, планка не дает пока. Двигатель, соответственно, тоже станет ниже. Сцепление будет ременное. Не буду заморачиваться, мне нужна легкая техника. Вот и все. Ничего тут такого ужасного, страшного и нет. Вот такая вот штукенция. В общем, лишнее, соответственно, отрежется. В общем, жду комментариев. Как вам показывать, рассказывать, либо вы все сами знаете и вам просто нужен результат. Все, всем пока, всем удачи. Сейчас это дело все заношу, дождь начинается, и начинаю заниматься мостом.